знаю, что краски сумрачные какие-то. А еще краски сумрачные, какой Питер, такие краски. Так, всем привет. Мы тут сегодня на такой полянке, где есть всякая питерская тема в такой миниатюрке. Так, что у нас? Это Горьковская. Метро Горьковская, да. Вон у нас там Исаки. Растральный Каон. Что там у нас еще? Так, что, всем привет. Я, собственно, все к чему. Мы с Масей летим отдыхать в Доминикану. Это будет в четверг, поздно ночью, с четверга на пятницу. А в четверг с утра мы будем в Москве. И поэтому, если кто-то хочет с нами встретиться, то мы, наверное, где-то в районе часу 12 будем на метро Смоленская. Смоленская, по-моему. А, Смоленская, да. Короче, вам виднее. И будем там у наших друзей в клинике. И, соответственно, пишите, если кому-то хочется встретиться, можем рядышком где-то тоже увидеться и поболтать. Так, это где, почему такое все маленькое? Почему такое все маленькое? Сейчас пойдем ближе показывать, что у нас там есть. Пойдем. Пойдем, сейчас надо только на меня перекинуть камеру. Опа, опа, опа. Так. Связь, связь у нас вроде есть. Даже хорошая. Даже хорошая, да, 4G. Всем привет! Всем привет! Так, салют из Флориды. О, Флорида, да. Там, наверное, у вас все время тепло. Да, или у нас это, кофе. Или это миф? Может быть, там хорошо, где нас нет, да? Да. Так. Ну, по крайней мере, в Санкт-Петербурге. Как похудеть? Холодно. Поднять задницу и начать ее активно двигать. Самый удачный вариант. Пиво вреднее коньяка. В небольшом количестве все напитки несут больше пользы, чем вреда. Но, к сожалению, русские люди не знают, что такое небольшое количество. Что с пальчиком, можно сказать, что с пальчиком? Пальчик воспалился у нас. И теперь он, собственно, у нас побаливает. Да. Так, Сашенька, Масечка, вы такие позитивные, открытые люди, смотреть вас одно удовольствие. Спасибо, Карина. Да, привет с Магатана. Сколько спим? Ой, спим мы много. Спим мы, наверное, сколько мы спим, Масек? Часов, наверное... Много. 8-9, да? Так, такие растральные колонны у нас здесь. Это вроде военно-морской музей. Стыдно мне, я сам не особо все знаю. Так. Мася, я выгляжу как педик без обид. Да? Ну, так бывает. Лучше выглядеть как, чем быть, да? Так. Когда в США? Вопрос хороший. Мы думаем об этом, но однозначно не в этом году. В следующем году мы еще не планировали, а мы обычно наш год планируем в декабре под елкой. Вот, и однозначно это будем делать. БЦА поднимает сахар в крови? Нет, не поднимает. И более того, несколько даже снижает, как показывает опыт. Собственно, вот так вот. Во, такие у нас здесь миниатюрочки. Так, привет из Калифорнии. Блин, классно вам, ребята? Привет. Вам тоже огромный привет из нашего прохладного Питера. Связь только здесь, поэтому мерзнем и болтаем. Так, Саня, передать привет в Псков. Передаю, сколько вы будете на Смоленке. А у нас несколько будет встреч. Слушай, я думаю, что часа три точно мы там будем. Часа три будем, да. Нас в 11:10 мы приезжаем на вокзал, потом мы едем оттуда. Туда. Нас забирают, да. Мы приезжаем туда, общаемся с друзьями, знакомимся с новыми друзьями. О, и Мася, потом... Саша, Мася, привет. Привет. Да. Вот, и так, наверное, часиков до 4-5. А потом... Так, что есть на ночь присушки? Что есть на ночь присушки? Лепесины. Кстати, сейчас пошла черника, мы на чернику есть, мы чернику едим. Очень прикольно. Привет из Камышина и вам. Привет. Огромный. Вот. Да. Вот. Так. Я с Питера, где это, не знаю. Это на Горьковской. Да, здесь такой маленький миниатюрка есть. Я тоже расходил, не всегда замечал. А творог не? Творог, творог, творог. Ну, вся молочка задерживает воду так или иначе. А вот. В небольшом количестве, конечно, можно делать. Розовые сердечки. Если экстремальное, то, конечно, можно поесть и творога. Но лучше бусашечки и ягоды. Хотя творога тоже чуть не можно, да? Арахисовая так. Паста? Хи-хи. Это вкусненько. Да, вы еще расскажите про Нутеллу. Вот любитель Нутеллы. Да. Ты Зенсина или кто? А что вам опыт подсказывает ваш? Так, что-то мало вопросов так идет. Так, король сатаны. Молодцом, хорошо. Красивый комментарий. Выпендрился. Ну чего, мальчики, девочки? Все спят, наверное? Или все замерзли где-нибудь? Да, думаешь, спят? Да, а мы пойдем кино смотреть. А, точно, мы так и не посмотрели День независимости. Первый фильм, когда вышел, я был просто очень рад.
Я не ожидал, что выйдет вторая часть, и очень-очень все классно. Красивая жена у вас, Александр, спасибо. Как отметили праздник? Мы отметили праздник. Хорошо отметили праздник. Хорошо отметили праздник, да. Хорошо погуляли. Где солнце? Солнце... Нету солнца. Солнце у нас, видите, какое? Вот такое вот. То есть никакое. Не очень не ходите? Мы уже билеты купили. Во-первых, купили билеты. Во-вторых, я не знаю, нам первая часть очень понравилась. Посмотрим, что они во второй части сделали. Почему нету детей? Ну, потому что нам и так весело без них. В сентябре в Мюнхен, да. То ли 15, то ли 16 у нас билеты куплены. Мы буквально на 2-3 привет дня. Привет из Чикаго. Ого. Магадан, привет. Вот. И, соответственно, мы в Мюнхене будем на Октоберфесте, осветим этот фестиваль, попьем пиво. Хотя мы не очень любим, но мы едем с нашим другом, который большой-большой пивовар. Собственно, вот так вот. Так. А, за видео, за приседашки, видишь, тебе. А, Саша, характер огонь. Спасибо огромное. Когда в Финляндию... А, слушайте, ну, чтобы поехать в Финляндию, нужно понять, зачем. Кто-то едет за продуктами, кому-то нравится погулять, а я, собственно, не очень люблю Европу, я люблю Карибы. Привет из Москвы. Вот. Слушай, у нас сегодня, смотри, Калифорния, кто еще? Чикаго. Кто-то еще был? Флорида, да? Смотри, нормально. Круто. Загар вреден. А, настоящий загар в утреннее и вечернее время – это классно. В дневное спасибо. Время не очень хорошо. А солярий вообще очень плохо. Кожа истончается, особенно у девчонок. Коллаген вылетает. Там счастье, желание. Да, собственно, вот так вот. Так. О, коричневые теперь сердечки пошли. А там был вопрос, когда мы в Рязань. Ребята, я понимаю, что вы нас хотите видеть в своих городах, но вы себе представляете, сколько стоит вообще путешествовать даже по России? Это стоит целую кучу денег. Мы как Мишке Кокляеву поехали в Челябинск. Сколько нам это вышло? Что-то мы потратили за 4 дня 70 тысяч. 70, блин, тысяч. А что это значит, когда здесь фотоаппарат вылезает? А я не знаю, что это значит. Ну, все знаешь. Так, если в Лос-Анджелес поедем, дайте знать. Поверьте, дадим знать. Сообщим. Мы обязательно заранее сообщим в Перископе и не раз. Кстати, помните, что весь Перископ у меня уходит на лайв-канал. Лайв-канал Шпака. Это мой второй канал на Ютубе. А, фотку у вас. Это нас, оказывается, можно фоткать. Извините, да. Мы вообще не продвинутые. Поняли? Отлично, хорошо. Спасибо, теперь будем знать. Спасибо. Так, ну чего? Чего у нас еще хорошего, Масек? Что у нас хорошего, в отпуск очень хочется, очень-очень отдыхать. В отпуск очень хочется, сегодня уже суббота, осталось воскресенье, понедельник, вторник, среда. 4 дня перекантоваться, оставить машину. Собрать чемодан. Собрать чемодан. Соберем Сашкины трусики. Пол чемодана займут твои трусики. Всего пол чемодана? Ну, потому что Мася похудела, да, стараюсь. Да. Какие позитивные люди пишут. Да. Правда, он не знает, что такое ботокс, но ничего, он зато слышал такое слово. Да. Угу. И явно думает, что надо. Привет! Привет! Так, сколько дней будем отдыхать? Меньше, чем хотелось бы. Хотелось бы всю жизнь. Отдыхать будем 16 дней. 16 дней у нас будет такого отдыха. Наш любимый корейский бассейн, белый песочек. Правда, не тот отель, где мы чувствуем себя прямо как дома, но посмотрим, это новый отель. Мы на Горьковской. И будем проверять, что хорошего в новом отеле. На самом деле, они все дружелюбные, а когда с ними болтаешь на испанском, они тебя сразу воспринимают вообще своим, и у тебя становится все очень-очень... Спрашивают, кардио что? Делаешь? Да. Очень часто. Да, и такое кардио тоже делаю. И даже в зале делаю иногда. Саша, когда присед 110/50? Знаете, у меня проблема с 50, потому что я сутулый. Мне что 80 тяжело, что 100 было тяжело ужасно. А мне проще 150 раз на 30 присесть. Может быть так. Знаю ли испанский? Ну, знаю. Это сильно сказано. Чуть больше 1000 слов знаю. Но, в общем, могу сказать все, что мне надо. То есть выбросить меня в любой точке, где говорят на испанском, и я смогу добраться, куда мне надо. То есть что я хочу купить, что я ем, что не нравится. Короче, необходимый минимум. Вот, собственно, вот так вот. Так, зачем крашу глаза? На Ютубе есть ответ на этот вопрос. Уже люди так. Отвечают, спасибо, а то знаешь, топ вопросов. Так, не могу поправиться. Поправиться вот в смысле... Вот счастливчик. В смысле набрать вес? Есть такие люди, но здесь нужно туда идти медленным путем, увеличить свои физические показатели, четко следить за калорийностью, пить больше воды, как вариант. То есть просто у людей, которые не могут поправиться, они еще очень не следят за водой. То есть если у вас 2 литра в день, добавляйте до 3, а потом добавляйте до 3,5. Фиолетовые. Ты кто такой? Кто я такой? А. Да, как в общем, убрать воду из организма? Как убрать лишнюю воду из организма? Все совершенно просто. Чтобы убрать лишнюю воду из организма, нужно убрать соль. Многие, когда начинают есть, я это часто вижу у девчонок летом, они приходят в столовую, такая, ой, я сейчас худею, и начинают есть какой-нибудь капустный салатик. Капустный салатик, блин, соленый такой, что с него убиться можно. Она еще берет квашеной капустки, а потом еще каких-нибудь кабачков пересоленных, и удивляется, что у нее что-то вес никуда не ходит. Меня тут спросили, есть ли у меня тату, у меня нет тату, кроме перманентного макияжа. Я против тату,
На девочках не должны быть тату. Это мое мнение. Так, что с зубами? Мастер, что у тебя с зубами? С моими зубами. Да. А у кого? У меня с зубами? А что я называю? Я не знаю, у меня вроде хорошо. Ой, ничего себе, как заморочился-то написал. Так у него никнейм такой же замороченный. А-а-а. Как убрать живот? Ну, надо помнить, что живот – это в первую очередь диафрагма, а во вторую очередь – это уже жировое отложение. А в третью очередь – это проблема с пояснично-крестцовым отделом, то есть он у вас неподвижный, из-за этого нарастает живот и бока. Ну, а дальше, соответственно, двигаться. Живот, жир на животе нельзя убрать без ничего. Так. Что у нас с губами у двоих? А, короче, изначально с губами было у меня. Это вирус такой. Я ее целую, а у нее, короче, тоже начинает раздуваться. Как написал тут один умник, это ботокс. Владивосток, привет. Так. Шок, что с вашей внешностью? Но шок это ведь хорошо, когда вы шокируетесь, вы начинаете хоть выходить из матрицы бытия и как-то иначе относиться к вещам. Правда, обычно у людей сразу неприятие и агрессия. Но ничего, зато потом все становится шпакалюбами. Так, ну, мастер, два гидро... гидрогея. А, это мы? Ну, хорошо, ладно. Я-то гей, 100%. Саня, щеки тоже силикон? Здрасте, а что это щеки должны быть силикон? Там вон ямки, между прочим. Так. Ваше фото есть у Шнура в Твиттере. Прикольно, но так он же питерский парень, так что, в общем, заочно я, наверное, знаком почти со всеми в нашей стране, они со мной точно. Так, ты гей? Да, конечно, как видите. Конечно. Это мой муж. Здравствуй, муж. Здравствуй, жена. Какой фильм из последних вам понравился? О чем вы смотрели последнего? Мы когда вообще были в кино? Мы что-то смотрели, я же не помню. А, этого. Ну, что? Warcraft. А, да. Не знаю, многие говорят, что не понравится, а я люблю сказочные рисованные миры, было прикольненько. Как найти вас на YouTube, ох, вы поверьте, забиваете Саша Шпак и сразу видите меня. Подписчиков не так и много, 28 тысяч, зато все отличные. Вот. А зубы точены или сами по себе клыки? Нет, это сделано пломбировочным материалом, мои зубы полностью сохранены, законсервированы, все с ними в порядке, а потом хороший дяденька сделал красивые зубки. Так, Саша, в ботокс сказал, морщины видно. Морщины уже видны, как вы видите, вот, потому что это было 4 месяца назад, а у меня отходит он как раз где-то месяца за 3-3,5. Вот, собственно, вот так. Какой объем бицепса? Какой? 47-48, в зависимости от чего делать. Сейчас больше занимаюсь ногами и задницей, собственно, вот так. Маша, круто, спасибо. Да, а у нас просто еще минут 10 до фильма, связь, правда, там нифига не работает, поэтому мы 5 минут болтаем и будем уходить. Я надеюсь, что у нас должно быть со связью в Доминикане все хорошо, и мы вам будем прям из Доминиканы, солнце, любовь. А знаете, почему у нас будет со связью все хорошо, если будет хорошо? Потому что эта связь стоит $15 в сутки. $15 в сутки стоит долбанный интернет. Ну, собственно, вот так. То есть на 15 дней мы заплатим $300, только чтобы нормально перекидывать информацию, свои видео и общаться с вами в Перископе. Вот, собственно, вот так вот. Нас рады видеть. И мы рады показываться. Вы встречаетесь? Нет, мы просто не расстаемся, поэтому мы не успеваем встречаться. Как с тобой списаться по поводу питания? Со мной никак. У меня есть администратор Евгений Хайтович, вы пишете ему, он с вами обговаривает объем ваших требований и, соответственно, направляет вас ко мне на консультацию уже это либо в скайпе, либо в ватсапе, то есть, собственно, вот так. Спрашивают про мой рост и вес. Маську сегодня с утра завесили, она 63 килограмма, талия 61,5, по попе 96, по груди 95. Так а мы вот... не ботокс колем, мы колем диспорт, мне диспорт больше нравится, он дольше держится. Ну, мы в Starbucks нам реком идем, как говорят, не? Не знаю. Нет, доросли мы еще, но зато мы полностью свободны от всяких... В ВКонтакте у Саши есть, послушайте, там написано прямо на страничке запись на консультации, поэтому пишите прямо туда, и там все да, ссылки. Этим я обычно занимаюсь по вечерам в выходные или по будням, вот. Хотя по выходным пытаюсь это выкидывать на выходные. Представляете, многие со мной консультируются не по питанию, они консультируются по вопросу психологии, сна. А некоторые платят деньги за то, чтобы спросить, Саня, ты зачем с собой такое сделал? Ну, собственно, за Диспорт. Ваши... За ваши деньги любые капризы. Просто это аналог ботокса, просто другой производитель. И, я не знаю, мне очень нравится. Я уже давно перешла. Ну, так ботокс американцы, диспорт французы. Да. Вот, в общем, вся разница. А так одно и то же. Так. Ты бы хотел тоннели? Не хотел. Саш, не холодно, мастер-то в курточке. Холодно немножечко, но у нас еще 3 минутки. А мы прижимаемся друг к другу, и тут тепленько. Так это маски все время холодно. Я, на а, самом 172 деле, рост у меня. Северный парень. 72? Да. А я что-то думал, что у тебя 75. Нет. Модель-то у меня не модель? Не, я не модель. Правильно. А объем попы? Объем попы? У Маси 96.
по груди тоже 95-96, а баталия 61,5. Так что у нее разница в 34 сантиметра. Это круто. А у меня, между прочим, всего разница в 32 сантиметра. Я все пытаюсь добиться 35, и как-то долго у меня этот процесс никак происходит. Туго. Капец, что с вами случилось? Что с нами случилось? Так. Короче, походу, ты мне подруга. Подруга? Подруга. Нет, я друг. Друг. Все хуже. Друг. Я друг. 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 Это она мне подруга. Даже в ЗАГСе так написали. Друг. Ой, какие гадости правовую его пишут. Да. Да. Почему организм так нуждается в соли? Без соли еда не идет. Нет, это мы испорчены. С детства нас начинают пичкать сладкой водой, соленой едой. Я ужасы вижу. Девочке там 1.5-2 года, она ревет с тем, что она не хочет пить обычную воду. Купи, мама, мне этой, как же там вода-то называется, не Бонаква, а, короче, с малиновым вкусом. Она говорит, мама, мне только такую воду пьет. Спрашивается, кто ее, блин, к этому приучил. Так вот, люди, вы едите соленое, едите сладкое, и это вызывает только еще большее привыкание и жажду этого. Продукты начинают иметь совершенно другой вкус, когда вы убираете всю соль оттуда. Да, я скажу там по поводу, почему изменил внешность. В интервью смотрите, как правильно приседать, там тоже целая куча роликов, где Саша рассказывает, как правильно приседать. Я тренирую в основном девочек, 80-85% моих подопечных девчонки, и, собственно, попа – это самое то, что мы обычно тренируем. Санкт-Петербург, какая попа. Каникулы в Тае будут, не знаю, это к Диме Клокову, но, собственно, мы с Димкой что-то так и практически не общались. Со Славой общаемся, с Настей Шарко общаемся, с Миронычем вообще постоянно. Тут скоро будем снимать с ним видео на днях, если говорил. Ага. Вот, так что вот так вот. Кто тебя создал такую? Такую красивую? Мася? Да создает. Так, хорошо вам отдохнуть, все, спасибо. Город Санкт-Петербург. Так. С юмором. Соль можно заменить соевым соусом? Вы думаете, что от того, в каком варианте будет соль, она перестанет быть солью? Некоторые говорят, Саша, а я ем не обычную соль, а красную соль. Она вот менее соленая. Нет, ребята? После родов девочку консультируешь? Да, консультирую постоянно. Кто-то приходит уже через 3 недели, кому-то еще что-то. На самом деле надо понять, кормите, не кормите, как изменился гормональный фон. Ну, короче, целая куча вещей, которые нужно обсуждать. Это уже все равно все персонально. Не, мы не хотим животное заводить, потому что нас бывает, мы крайне редко бываем дома, а кого-то заводить, и он останется дома, будет грустно ему без нас. Не, никого не Ну что, пойдем в сторону нашего кинотеатра. Сейчас посмотрим, если будет пропадать связь, значит, тоже будем заканчивать перископ. Так, Zoom 01, Саша и Мася, вы лучше. Спасибо. Вот. Спасибо за консультацию, пожалуйста. Так, здравствуйте. О, кто-то подоспел к концу нашей трансляции. Ну ничего, вы не беспокойтесь, еще 3 минуты мы на связи. Так, вы популярные. Моя внешность уже на самом деле около 9 лет, почти 10. Мася сказала, что она хочет изменить общее отношение людей ко мне, потому что мои друзья знают, какой я хороший человек, а остальные меня не знают, соответственно, относятся неправильно. Поэтому она сказала, будешь меня популярным, чтобы все знали, какой ты у меня хороший. Вот, собственно, вот так вот. Грумы в Инстаграме, я не знаю, что такое грумы. Какие планы на день? Сейчас смотрим кино, потом заезжаем на сытный рынок тут рядышком, выпиваем свежевыжатых соков литр, покупаем мясечко, едем домой делать вкусный супчик, и, наверное, будем валяться, а вечером, может быть, пойдем гулять по своему району. Собственно, вот такие планы у нас. А завтра с утра поедем тренироваться. Лучше сначала высушиться, потом набирать, или наоборот. Если вы девушка, то вообще вопрос о наборе не очень правильный. Конечно, лучше с самого начала убирать лишнюю жировую ткань и потихонечку тренироваться. Появятся мышцы, потом уже будете работать над мелочами. Собственно, вот так вот. Показать девушку? У меня нет девушки, что вы меня палите? У меня жена есть. Во. Сколько вам лет, какая у вас разница? Майский 16, мне 18. Соответственно, разница у нас вот такая, да. Какой у меня рост и вес? Вес мой скинулся на 10 килограммов. Сейчас я вешу 113, 112 сегодня утром было. Вот, рост 182. Вот так вот. Так, все. Александр, в чем вы преуспели, по вашему мнению? В решении геморроев, которые сам себе создаю. Наверное, вот в этом. Все, мальчики, девочки, хороших всех выходных. Мы были рады вас видеть. Шпака любую. Огромное спасибо. Хейтеры, и вам тоже спасибо. Пока.